Привет, друзья, с вами Вайми, я продолжаю проходить StarCraft 2 Wings of Liberty, и в прошлый раз я прошел секретную миссию, и у меня осталось, в принципе, по-моему, не так уж много миссий. Ну да ладно, что тут делает Solid Snake? Окей. У меня до сих пор волосы дыбом. Что ты там нашел, друг? Такое и в кошмарном сне не приснится. Гибрид Зерга и Протоса. Видимо, он мощный псионик, раз ты даже отсюда услышал его крик. Он обжигал, ослеплял, как солнце, опаляющую кожу. Ты видишь его даже с закрытыми глазами. В первый раз такое чувствовал. И, надеюсь, в последний. Ну да. С вами Кейт Локвилл на канале UNN. Донни Вермиллион все еще находится в отпуске по состоянию здоровья. Поправляйтесь скорее, Донни. Далее в программе. 10 стадий коррумпированности правительства Доминиона. Как далеко зашел процесс? Но сегодня мне бы хотелось вернуться к теме Тарсониса, а точнее к дню его гибели. В тот день волна зергов пронеслась по планете, оставляя за собой опустошенные города и тысячи мертвых тел. Давайте послушаем эту запись еще раз. Я буду править этим сектором. Постойте, подождите! Сюда нельзя входить! Выпуск новостей отменен. По приказу службы безопасности Доминиона. Наконец-то мы тебя прижали, Арктур. Теперь твоя очередь узнать, каково это, когда все СМИ поливают тебя грязью. Весело у них там. Даже не рассказывай мне, что ты там нашел. Не видишь, я кушаю. Твои ребята всегда готовы помочь. Так, здесь у меня, по-моему, все ценное, да. Все, кроме огнеметчиков, куплено. Остались банши и... как они называются? Поток крузера. Что ты мне скажешь? Что ты там намутил в лаборатории, ковбой? Менгс решил поиграть в бога, на этот раз по-настоящему. Его ученые создали этого монстра и еще кучу подобных. Кто знает, сколько у него таких лабораторий. Вот мало ему было зергов. Своих решил разводить. Какие-нибудь апгрейды? Какие-нибудь полезные апгрейды? В принципе, я думаю, я возьму... Что здесь, дальность была? Нет, дальности не было. Я все равно возьму все на ракетнице, они могут пригодиться на следующей миссии. И у Голиафа была дальность. Правильно, да. Тоже, наверное, стоит. Одновременная стрельба мне не нужна. На викингов все взято. Миражи нафиг не нужны. И здесь все тоже как-то либо не нужно, либо уже есть. Да, техника абсолютно бесполезна. Все ее апгрейды. То есть не абсолютно, но все-таки. Гелионы с обоими апгрейдами могут просто вообще выносить собак тысячами, но они и так могут выносить собак тысячами, так что это как бы немножко бессмысленно. Против остального они сильно лучше не становятся. А остальная техника там, в принципе, сама по себе не так уж полезна. Не знаю, что за разработки велись в той лаборатории. Но Менгск явно пытается откусить больше, чем может проглотить. Окей. И здесь у меня одна всего лишь доступна, Тирадор. Тирадор, в общем, что-то такое. Кажется, твоя королева клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мёбиусов доктор Нарут сообщил, что зерги напали на главную исследовательскую базу на Тирадоре. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. Ну окей, после этой миссии будет эпичная заставка про Керриган. А, командир Рейнер. Слава звездам, мы вас дождались. У вас отличная репутация еще с тех пор, как вы служили шерифом. И я знаю, вы сделаете все, чтобы помочь нам. Давно дело было, доктор. Я смотрю, вам досаждают зерги. Чем мы можем помочь? Мы готовы эвакуироваться, но команды, отправленные уничтожить секретные данные фонда, так и не вернулись.
Я хочу, чтобы вы уничтожили хранилище данных, пока королева клинков не добралась до них и не узнала координаты оставшихся артефактов. От этого может зависеть судьба всего сектора. Обнаружено пси-излучение класса 12. Будьте предельно осторожны. Керриган. Док, времени у нас еще меньше, чем предполагалось. Вылетаем. Окей. Рабочие работать. Еще рабочие строятся. Эту хрень тоже работать. В принципе, вы на газ. Алгоритм королевы клинков завершен. Рассчитываю время обнаружения королевой ближайшего хранилища. Сохраняешься за мной, Джимми. Зря прилетел сюда, дурачок. Я тут не задержусь, дорогая. И будь я проклят, если позволю тебе хоть пальцем тронуть эти артефакты. Я передаю вам командование медеваками. На них вы можете перевозить войска и уходить от нежелательных столкновений с зергами. К трудовым подвигам готово. Что? Это рейдеры. Мы спасены. Вооружен. Ну, у меня сразу дали наемников. Причем это не мои наемники, так что своих я все еще 3 раза могу нанять. Окей, медеваки — это очень полезная штуковина. Это дропшипы, которые... Ай. Которые еще и хилят. Приказ поняла. Уже в пути. Дропшипы, которые хилят, это хорошо. Также танки — это хорошо. Рейдеры Рейнера, вытащите нас отсюда. Да. Нет, это здание нужно снести. И тут еще толпы наемников. Так что в этом плане миссия веселая. Толпы наемников — это хорошо. В принципе, с тем патчем, чтобы быстрее снести этот домик. Окей, еще... Да, окей. Идем дальше, парни. Ну, конечно. Хранилище данных Мёбиуса. К остальным я тебя не пущу. И полетели назад. Ты черт. Ладно, по крайней мере, она не знает, где находятся остальные. Полетели к следующему. 31 из 27. Это мне пехоту всякую дали. И опять сломался звук. Как меня бесит этот звук в этом, этой русской версии. Стэтману как раз нужны образцы их тканей. Захватим парню сувенирчик. Это дополнительная задача — убить бруталиска. Ну, может быть, или может быть нет, не знаю, не уверен. Сэр, уничтожьте этого червя Нидуса, иначе зерги разрушат нашу базу. Задись, прокачу. Танк до него не добивает, печаль. Из червя будут просто время от времени спавниться группы зергов. Его можно было бы не трогать, просто поставить здесь немножко... нет. Зачем вы? Поставить здесь немножко танков, и они нормально будут защищать. Так, и мне нужно больше пехоты, мне нужно инженерку и еще... Сказал еще инженерку. Сраные минералы. Я не ищу легких путей! Надо будет немножко голиафов здесь поставить. Потому что голиафы теперь с этим апгрейдом на дальность, они становятся немножко круче зениток, потому что они стреляют дальше, по-моему. Должны, по крайней мере. Так, ну ладно, атака. А тут мута всякая налетает, так что... В общем, нужна оборона от воздуха. Зенитки, конечно, сами тоже можно поставить. Еще пара медиваков. Хранилища опять кончились. Что ж тут так ресурсы медленно накапливаются? 14 рабочих. Недостаточно энергии. Понял. Я, конечно, их трачу очень быстро. Но все-таки. Требуются дополнительные хранилища. Подлатать. К трудовым подвигам готово.
И что теперь? Окей, это все первый отряд. Я думаю, мне пригодятся кабаны. Кому наверх? ГСМ готов. Недостаточно минералов. Медики теперь мне, в принципе, не особенно нужны, потому что у меня есть вот эта вот хрень, которая, по-моему, чуть-чуть медленнее хилит. Не уверен. Сейчас узнаем. Построю одного медика. Ну, я смогу сейчас еще и танки заказать, но танки... Я не уверен, что мне нужны. ГСМ готов. Вызывали. 10 единиц за 2 энергии, это восстанавливает 3 единицы за 1 энергию. То есть медики действительно лечат быстрее. Но не знаю даже. Скорую помощь вызывали? Так, Голиафы, Голиафы. Как-то так. Дадись, это прокачу. Первый отряд. Керриган там уже идет. Сигнал получен. Эй, эй! Так что тут по карте раскиданы. Ясно. Вот такие вот. Союзники, которых можно получить. Нет, 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 нет. Проблема дропшипов, если их собьют, то все, что в них было, умирает. Так что, в принципе, я танки все-таки призову. Та сраные хранилища, когда же вы кончитесь? Точнее, когда же вы начнетесь? Что там у них? Не ясно. Улучшить месторождение минералов выработано. Окей. Дважды можно не повторять. Ну, наконец. Мы не смогли уничтожить. Да-да, вы что-то там не смогли уничтожить. Так точно. Как тут лучше было пролетать? Потому что здесь был какой-то оптимальный маршрут. Так как к бруталиску прилечу. Мне он пока что не нужен. Так я к зениткам прилечу. Это мне совершенно не нужно. А, нет. Морпехи, уходим. Так, я думаю, мне нужно еще парочку научных кораблей будет потом. Хотя я могу сделать вот так. Я могу взять и дропнуть сюда мулов. И они вполне могут чинить авиацию, правильно? Да. Ты никогда не умел признать свое поражение, Джимми. Киньте салон. Это рейдеры. Мы спасены. Трудовым подвигом готово. Так, два танка сюда. Она открыта. Связь налажена. Версия всякие. Требуется помощь. Бегом! Так точно. Прием. Керриган очень медленно идет, и каждое соседнее здание трогает. Пока она не потрогает все здания, она не дойдет, куда ей нужно. А, я думаю, мне нужно еще... Нужно еще газа, во-первых. Какие будут указания? Месторождение минералов выработано. Бруталиска я когда-нибудь стукну. Для начала мне нужно вот это вот здание снести. Потом мне надо будет здесь вот еще одно здание снести, по-моему. Так, ладно, запихивайтесь в дропшипа. Все почти влезло. Давай, жду не дождусь. Пусть пока тут постоят. Приказ по делам. ГСМ готов. До прибытия месторождение минералов выработано. А, ну и по сути... Слышимость отличная. Вот сюда вот высадиться и пройти пешком здесь можно. Так, еще мародеры и еще пехота. Еще медеваки и, блин, хранилище, почему вы... Ну это миссия такая, тут дают очень много пехоты всякой юнитов, когда я их нахожу своими дропшипами. И они занимают мне лимит. Так что с хранилищами всегда фигня какая-то. Окей, вот как раз полный дропшип набрался. Вижу, ты готов уцепиться за любую соломинку. Ты ведь не думаешь, что этот ваш план сработает? 7 минут. Так, Керриган медленно. Ее нельзя убить, она неуязвима вообще в этой миссии. То есть с ней ничего нельзя сделать. Вот сюда вот дропни танк, я не знаю, вот что теперь.
Слишком готово. Окей. А, там инфестор. Ладно, танки можно свернуть. Почему ты не дропаешь своих юнитов? Иди нафиг, червь. Нет дропшипа, зачем? Перестаньте. Твоему доктору Наруду не запутать меня этими жалкими шарадами. Я знаю, что это за артефакты. И скоро они будут у меня. Окей. Сюда что можно было бы вторую базу поставить, но лучше это делать после того, как Керриган здесь пройдет. Кто мог подумать, что ваша королева будет доставлять нам столько хлопот? Нет, нельзя туда, там зенитки. Опять звук сломался. Тут есть ачивка найти всех вот этих вот выживших. Но я понятия не имею, где они все. Так что, наверное, я ее не смогу выполнить. Что там? Понятно, что там происходит. Сэр, еще один червь Нидуса выполз из-под земли возле... Какого хрена? Куда мои Голиафы делись? Ну, наконец! Я их случайно засунул в дропшипы, что ли? Система функционирует. Танк на марше! Надо было, наверное, поставить здесь немножко... Будет сделано! Всякой... Всяких рабочих, чтобы они чинили то, что... То, что мне здесь убивают. Ладно, сойдет. И что теперь? Окей. Как и куда я могу пролететь? Туда я не могу особенно пролететь, там много зениток. Я могу пролететь относительно вот здесь вот. Оу, караптор. Ау, здесь и нафиг. По-моему, проще будет пешком слегка пройти. Почему бы и нет? Будет сделано. Окей, ультрау. Ультрау кончился. Виспена. А, да, мне всех рабочих убили, которые газ добывали. Окей. Это нехорошо. Так, ну ладно. Еще и все дропшипы, конечно, убили, это тоже небольшая проблема. Здесь, по-моему, на этой крыше что-то должно быть. Нет? Ну, по крайней мере, с нее можно пострелять. Уже хорошо. Целая огромная база, но ее можно обойти по крышам через низ. Окей, еще пехота. Раз у меня с газом проблемы, нужно строить пехоту. Также стоит, наверное, дропнуть немножко молов сюда. О, четырех. Чините все. Так, тебя в патруль вот так. Тебя в патруль вот так. О, там караптер кинул хреновину, что оно не это. Оно не работает какое-то время. То есть паузится здание. О, Керриган сейчас сюда придет. Сколько можно сидеть без дела? Через низ, окей, понятно. Я уже заждал. Надеюсь, прокачу. Так, как туда еще раз долететь, чтобы меня не убили по пути? Приказ поняла. Слышимость отличная. Наверное, как-то так. Можно не повторять.
И я думаю, я слетаю и убью все-таки Бруталиска. Попытаюсь, по крайней мере. Керриган долго туда еще будет идти, так что это не критично. Сигнал получим. Вперед. Уже в пути. Давай, удиви меня. Кому навес? Вооружу. И что? Заставим вооружен и опасен. Я ворон. Приказы будут. Вы все засовываетесь в дропы. Месторождение минералов выработано. Так точно. Прием. Выдвигаюсь. Тут что-нибудь есть? До прибытия одна минута. Скорую помощь. Я уже дождался. Говори громче. Ну, тут теперь есть мои танки. Сойдет. Заставим их интеллектом. Уж я постараюсь. Да блин, танк с... Жду не до... Сколько можно? А, он не влезает, потому что там пехотинец какой-то. Давай, удиви меня. Да. Ну, наконец-то. Вперед. Так, Бруталиск неудачно расположен. Точнее, я неудачно к нему прилетел. Ладно, и тогда вы... я на него забью. Мне он, в принципе, не нужен. Слышимость отличная. И что теперь? Потому что у меня очки-то и так есть на исследования... Эти... Деньги мне не настолько критично. Потому что здесь Керриган неудобно стоит, в общем. Почему бы и нет? Я, пожалуй, на него все-таки забью. Хотя, блин, я почему-то думал, что здесь будет немножко сложнее добраться до этого здания. Так что, может быть, я на него не забью, если сейчас мне удастся снести базу нормально. Происходит. А. Нет, пожалуй, я все-таки не буду трогать Бруталиска. Я мог бы этим отрядом его убить, если бы я вот сюда вот дропнулся и убил его, собственно. Но это надо было делать немножко раньше. А теперь, доктор, скажите мне, почему королева клинков так хочет заполучить эти артефакты? Артефакты пугают ее не меньше, чем их создатели, известные нам под именем Зелнага. Знаете ли вы, командир, что именно Зелнага в свое время создали и зергов, и протосов? Они были подобны богам. Прежде чем она уничтожит шесть строений. Ну и Бруталиска я не убил. Ну ладно. Неважно, ачивки пофиг как-то. Вообще веселая миссия, и на эксперте она... Ну, Брутал эксперт, по-моему, называется в русской версии. В общем, там она особенно веселая. И достаточно сложная. Одна из, наверное, наиболее сложных миссий в игре на Брутале, на эксперте. Но на ветеране как-то не настолько... Не настолько сурово и не настолько сложно. Это Керриган. Мы нейтрализовали протосов, но сюда движется огромная стая зергов. Нужна эвакуация. Отставить. Мы уходим. Что? Ты не можешь их бросить? Всем кораблям покинуть орбиту Тарсониса по моей команде. Народ, вы там скоро? Черт подери, а
Поздно. Штурман, дайте флоту сигнал и выводите нас с орбиты. Немедленно. Командир? Джим? Что там у вас творится? В последнее время мне все чаще приходится за вами убирать. Не начинай, Мэтт. Снова этот сон? Я сказал, не будем об этом. Вы не виноваты в том, что произошло с Керриган. В чем именно? В том, что ее предали? Или в гибели 8 миллиардов человек? Старая песня. Вы вообще меня слушаете? Посмотрите, в кого вы превращаетесь. Мы сами выбираем свою судьбу. Когда разберетесь в себе, дайте знать. Вы нужны нам. Ну да, как-то так. Так, надо посмотреть, что делается из медиваков, потому что из них что-то делается. Более быстрый дроп и двойной хил. Да и да. Отлично. Медиваки полезны. Не так полезны, как, например, викинги и осадные танки. Но все равно полезны. Так что пусть будут. Ну и можно на нее посмотреть. Ну ладно. Тогда на этом все. В следующий раз я еще куда-то там пойду, потому что там что дальше будет? Еще одна миссия с артефактом, по-моему, в которой банши дадут. По-моему, да. И она тоже достаточно веселая. Или я забываю, и какая-то между ними еще есть. В общем, что-то дальше будет. Ну, а на сегодня на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Айми. Пока.